История России в фотографиях. Аркадий Шайхет. Аркадий Самойлович Шайхет родился за чертой оседлости в Николаеве в еврейской семье 9 сентября 1898 года. В гражданскую войну служил в Красной армии в духовом оркестре. Приехав в Москву в 1922 году, Шайхет устроился на работу ретушером фотоателье «Рембрандт» на Сретенке, владелец которого вскоре стал доверять ему и фотосъемку клиентов. В 1925 году Аркадий Шайхет был принят в штат журнала «Огонек» после публикации фоторепортажа «Ходоки в приемной Михаила Калинина», сделанного фотографом в 1924 году. Итог года работы в журнале подвела знаменитая «Лампочка Ильича», ставшая визитной карточкой фотографа и символом целой эпохи. В 1927 году Шайхет был арестован органами ОГПУ по ложному обвинению в связях за границей и помещен в Бутырскую тюрьму, в которой провел 4 месяца. Выйдя из тюрьмы, он продолжил публиковаться в «Огоньке» и подготовил 53 разножанровых снимка для большой итоговой выставки «Советская фотография за 10 лет». Жюри выставки из 6000 работ 107 фотографов-участников отметило работы Шайхета дипломом первой степени. Довоенные репортажи фотографа – это яркая документальная фотолетопись первых пятилеток, отражение главных событий, достижений героев эпохи. География его командировок – это география всей страны. Темы репортажей самые разные. Жизнь беспризорников, государственные деятели, парады на Красной площади, годовщина смерти Ленина, строительство каналов и электростанций, будни обычной московской семьи, встречи челюскинцев, колхозы, заводы, фабрики, политические процессы. В 1938 году, после ареста главного редактора «Огонька» Михаила Кольцова, Аркадий Шайхет был уволен из редакции журнала, его перестали печатать в журналах «Советское фото» и «СССР настройки». В сентябре он устроился в новое издание «Иллюстрированная газета». А в 1939 году Шайхет сделал один из своих лучших снимков «Экспресс», создавший образ страны, устремленной в прекрасное будущее. Поиск выразительных ракурсов, съемка с высокой точки, стремление максимально образно показать суть происходящего – все это проявилось и в военных репортажах Шайхета. Фотограф прошел Великую Отечественную войну от первого дня и до победы, корреспондентом газет «Фронтовая иллюстрация» и «Правда». Военный репортаж Шайхета – одна из лучших эмоциональных страниц в истории отечественной фотографии. Оборона столицы. Легендарный военный парад 7 ноября 1941 года. Сталинградская битва. Курская дуга. Военная кампания в Европе. Концлагерь Заксенхаузен, Бабий Яр, передовая, тыл, взятие Берлина сохранились на снимках Шайхета жизнью и смертью, горем и освобождением, человеческим страданием и отвагой, болью и героизмом. Фотограф участвовал в боях наряду с красноармейцами. В сражении под Кёнигсбергом вместе с шофером на редакционном грузовике он вывез с поля боя 15 раненых, за что был награжден орденом Красного Знамени. Вернувшись в Москву, Шайхет снимал «Салют Победы» 9 мая, встречу советских бойцов на Белорусском вокзале в Москве. 12 августа 1945 года участвовал в съемках первого послевоенного всесоюзного парада физкультурников, став одним из тех, кто ненадолго вернул поэтику советского авангарда. Один из основателей советского репортажа, фанатичный и неутомимый гений своего дела, Аркадий Шайхет, работал буквально до последнего дня. 18 ноября 1959 года он умер от 4-го инфаркта во время съемки для журнала «Юный техник» на улице Горького возле магазина «Пионер».